Здравствуйте, господа! Баги-лаги – неотъемлемая часть Star Citizen, а больше всех их находится на ПТУ-билдах, таких как нынешний патч 3.10 для первой волны. Мы продолжаем тестировать, и мне тут рассказали про баг, который полностью уничтожает весь смысл майнинга, торговли и так далее. Это дюб денег. Смотрите на мой счет. Более 1 миллиарда всего за пару кликов. Сейчас расскажем, как это сделать. Итак, так как у нас сервера работают на ПТУ медленно и обрабатывают информацию тоже медленно, некоторые люди воспользовались этой возможностью и новым приложением по передаче денег игрокам. Механика проста, однако необходимо, чтобы ваш друг, которому вы передаете деньги, хоть раз заходил на ПТУ 3.10, который актуален на 23 июля. Итак, открываем приложение, вбиваем нужную сумму денег, например, если у вас 500 тысяч, вы можете отправить, к примеру, половину или сотку. Не забудьте выбрать вашего друга, которому вы хотите отправить. И не забудьте поставить макрос на кнопку мыши, ну или быстро нажимать на кнопку Send. В этот момент происходит не одна операция, а столько, сколько вы успеете нажать на кнопку, и вместо 100 тысяч вашему товарищу может прийти, к примеру, 500 или несколько миллионов. Вот такие баги ломают систему. Пользуйтесь, пока есть возможность, покупайте корабли и тестируйте различные фиты. И не забудьте поставить лайк и поддержать канал своей подпиской. Увидимся, берегите себя и пока-пока.